Привет, граждане охотники! Вы на канале Авиатка Хантер. Сегодня плановый обход путика маленького. Иду без лыж. Снегу в лесу много. На лыжах идти плохо. Без лыж еще хуже. В общем, такие дела. Значит, нужно все обновить приманку в ящиках. Ну и посмотреть, может, что попалось. Поснимать немножко. Я думаю, вам будет интересно. Вперед! Снега. Иду вот в ельнике. Снега. Прилично. Куда выходишь на открытое пространство, его еще больше. Почти по колено. Да не почти, а по колено. Новогодние и рождественские праздники позади. Завтра уезжаю в город. Капканы не проверял давно. Первый капкан, друзья. Рыба съедена. Капкан не тронут. Никого не было. В качестве эксперимента убрал здесь бежик. Ничка не приходила. А сейчас добавляю приманку. Подзасыпала ящики, конечно. Добавляю приманку и иду дальше. Ах, погода классная. Да, ребят, на приманку сегодня использую тухлого бобра. Рыбка закончилась у меня. Поэтому бобриком пользуюсь. Появился новый топор у меня. Сделал его буквально тут на выходных. Ларс подогнал мне березовый рубец. Такой хороший рубец, длинный. Я сделал топорик. Прошлый топор, который показывал я в обзорах своих. Маленький, который был, он у меня сломался. Лопнул по этому месту. Сейчас буду пользоваться одним топором. Может, позднее сделаю обзорчик. Топор хороший, кованный, советских времен. Имеется клеймо. В общем, сделаю позднее обзор. Буду пробовать новый топор. Так, друзья, вижу третий капканчик, висит куничка. Ух ты, бляха, смотри. Иду по яйца в снегу, бля. Тяжело. Тяжело приходится охотнику, промысловику. Она, куничка небольшая, попалась совсем недавно. Снегом ее не запорошил. Издалека я ее увидел. А нет, припорошила снежком. Проходной капканчик в действии. Проходной капканчик в действии. В данном случае капкан от тропы 43. Саня Степанов, привет. Спасибо за капканы. Сейчас я буду разбираться с ней. Поставлю камеру. Наверное, поменяю капкан. В данном случае. Капкан надо менять. Приманка вся съедена мышами напрочь. Наверное, не видно. Приманка съедена мышами напрочь. Внизу, слава богу, не тронули. Попалась по шее. Ну и лапы тут ей перехватило. Даже не буду пытаться даже вытаскивать ее с капкана, потому что она примерзла очень сильно. Меняю капкан в такой ситуации. Кот. Хороший кот. Хороший кот попался. Приятно радует.
Так. Добавляем приманочки. Рекомендую. Обязательно смазывайте с бежек. Хоть и говорят, что дорожка для мышей. Ничего делать, куда деваться. Дерево, на котором стоит капкан, обязательно надо смазывать. Натирать, прям натирать его надо, чтобы запах оставался на дереве. Делай это не до земли. Бобрятина пахнет здорово. И закидываю в ящик. Капкан у меня приделаны карабинчики. Так. Сейчас посмотрю, у меня капкан с цепью или без цепи. А здесь капкан, в данном случае капкан с цепью, у меня оснащен цепью. Поэтому снимаю вместе с цепью. Хотя в некоторых случаях можно цепь не использовать. Использовать вот цепь на постановочных капканах с карабином, закручивающимся на резьбу. И впоследствии просто приходить и менять капкан. Очень удобно. Очень радует то, что капканы при срабатывании выпрыгивают из ящика, не остаются. И поэтому мыши, зверя, попалась давно, но целая, невредимая. Смотрите, какой котик прекрасный. Вот так вот его придушило по груди и по шее. Я думаю, зверь долго не мучился. Вот такой вот котейка. Очень приятно. Так. Капканчик от тропы стоял, его и ставим такой же. Да не обидится на меня Березовский завод СУАЗ. Капканы у них тоже отличные. Даже, на мой взгляд, можно даже их полегче, легче использовать их. Насторожка более удобная. В этом плане я считаю, что ну, работают как те капканы, так и другие. Вы все сами становитесь тому свидетелями, что капканы работают вне зависимости от производителя. Вне зависимости от производителя. Так. Не забывайте убирать предохранительные крючки перед постановкой капкана. Опа. Очень люблю это дело, мужики. Была бы возможность жить за счет охоты, я бы не задумывался бы. Переехал в деревню и занимался своим любимым делом. Но это все лишь жалкое подспорье для охотника. Окупаем только бензин практически куницами. Поэтому заработать на этом очень-очень трудно. Наверное, даже невозможно. Заработать на жизнь, я имею в виду. В Сибири у мужиков соболя
стоят они подороже. Я думаю, что есть вариант какой-то там. У нас же куница стоит 2 рубля. В лучшем случае 2 рубля стоит куница. Ну, 2000. Дороже, наверное, не продать. Ладно, двигаюсь. В моем путике, друзья, растет такое вот дерево. Огромная сосна. Я называю ее бабушка. Разодрал штаны от мосхолата напрочь. Была маленькая дырка. Все думал, зашью. Так руки не дошли. Придется новые покупать. У кого есть лишнее, готов принять в подарок. Иду проверяю капканчики потихоньку. Приманка вся съедена. Прошел я что, наверное? А, сколько? Капканов там 7-8. И во всех съедена приманка. Но все равно там кости от рыбы, они все равно пахнут. Даже нос туда засовываешь, пахнут. Чувствуется. Добавляю бобра тухлого. Следующий капкан. Смотрите, мужики, какая хищная зверюга в моем капкане. Это ласка. Приходилось видеть тут ее следы. Машинных следов очень много. Ну вот. Попалась ласка. Маленький, очень юркий зверь. Иду, смотрю, что-то висит. Тут ласка. Вот такая кыска. Маленькая-маленькая. Зубки остренькие, как шилья. Эта маленькая ласка мышам приносит очень много бед. Ласку ловлю впервые. Горностай попадался, ласка нет. Вот видите, капкан сработал даже по такому маленькому зверьку. Прекрасно. Конечно, никуда ее не денешь. Придется положить ящик. Для устрашения грызунов. Так, ребят, проверил уже, наверное, половину капканов. Пока одна куничка. Приманка везде съедена. У всех капканов. Мой знакомый и уважаемый подписчик Павел рекомендует, помимо закладки приманки в ящик, развешивать ее еще вблизи на деревьях. Так как это привлекает местных синичек и разных лесных обитателей. Куница ориентируется не только на запах. Она еще ориентируется на чириканье птиц. Я знал об этом. Догадывался. Сейчас, ввиду того, что количество приманки у нас ограничено, еще у меня ее сильно, плюс у меня еще ее сильно подъедают мыши. В эту зиму я не буду это делать. Но в следующем году
Обязательно развешиваю приманку вблизи капканов. Я люблю подвешивать пакетики, тряпочки рядом с капканами. Шелест полиэтилена на ветру, он тоже привлекает зверя. Вблизи поселка у нас свалка. Мне не раз доводилось встречать там следы куниц. Но куница, она не брезгует полакомиться всякой падалью. Может и пакетик с мусором разорвать, проверить. Поэтому вот так. Используйте наставление опытного охотника Павла. Ребят, поздравьте Серегу. Второй трофей сегодня. Вон она висит. Вон она, красавица, висит. Что-то там где-то кунички какие хорошенькие попадают. Березовский капкан попалась. Березовский капкан. Вот так вот он сработал. Прямо по шее ее прихватило. Мыши не побили. Слава богу. Грызла она дугу у капкана. Видите как. Ну, это небольшая кошечка. Это кошечка, вижу сразу. По голове видно. Хлопнула ее. Сейчас поменяем здесь капкан. Второй трофей сегодня. Это радует, друзья. Это радует нас. Так. Опа. Первая была немножко побольше. Первая кыска. Ну и это ничего. Березовский капканчик сработал четко по шее ее. Не знаю, сейчас может стараюсь ее отлепить. Но не, рисковать не буду. Я думаю, недолго она все равно билась. Но рыбеха не поедена. В прошлый раз я, значит, здесь наблюдал следы кунички. Я думал, что норка. След небольшой был. Я подумал, что норка. Оказалось, что куничка. Вот две таких вот киски у меня сегодня. Одна краше другой. Сейчас поменяю капкан. И буду продвигаться дальше. Тут уже немного у меня остается. Порядка, наверное, 7 капканов. Скоро поеду сдавать шкурки. Куни. Поеду сдавать куни шкурки. Сделаю обзор. Небольшой обзорчик сделаю. Предоставлю вашему вниманию. Езжу в два места в Кирове. Знаю, что почем. Где лучше берут, где хуже. Где дороже, где дешевле. Хайл капканы-то, работают они? Конечно, единственным, считаю, недостатком установки в ящик, это все-таки
поедание грызунами приманки. Очевидно, что они ее любят. И быстро с ней справляются. Надо чаще капканы проверять. Конечно. Возможно, что моя вина, а не вина грызунов. Редко проверяю. Но есть там веские причины, скажу вам так. Так, вставляем капкан. Подобоссалась она тут под капканчиком. Все, устала. Так. Подвешиваем эту куничку к рюкзачку. В рюкзаке у меня там сильно грязно. Приманка тухлятина. Бобриный капкан снял. Ничего не попалось. Поэтому на рюкзак сверху надежнее. Идем дальше, мужики. Даст Бог, еще что-нибудь словим. Что-то, ребят, в капкане опять попалось. Меня склонен к тому, что сойка, наверное. Далеко не вижу. Подходим, смотрим. Вон что-то висит. Хотя нихера, куничка. Куничка висит. Вот так вот. Висит куничка. Издали показалось, что сойка. А нет. Третья особь за сегодняшний день. Вот такие пироги. Опять березовский капканчик сработал. Ну смотри, как прекрасно ловят звери, а. Обалденно просто. Просто обалденно. Смотрите, как. Какая красота. Третья штука на сегодня. У меня капкана с собой запасных больше нет. Не знаю, сейчас посмотрю, может какой-нибудь капкан тихонечко пытаюсь снять. Фу, парни, блядь, устал я. Отвечаю вообще конкретно. Вот они. Три красавицы висят. Ура! Ну все-таки с этого капканчика я сниму. Где-то в районе шеи попалась. Может получится. Ах ты, ядрена корень, бля. Че у нас какая часть так подвижная? Не получается, мужики, ничего. Придется тоже с капканом забирать ее. Потому что здесь хотя бы за шею попала. А здесь она попала ее поперек тут. Вообще, наверное, без вариантов. Но сейчас попробую я капканчик развести. Может, это получится с ней. Неохота оставлять ящик без капкана. Сейчас тоже, наверное, долго уже не появлюсь. Капканы-то у меня есть. Можно было взять побольше. Что-то я поленился немного. Опа, отошла. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Освобожу, ребят. Освобожу. Благо, что не было оттепели. Получается так, что куничку в капкане ничего не держит. Так. Не знаю, видно ли там что. Там нифига не видно. Заводим капкан. Что, ребят,
меня очень сильно радует то, что мыши не поели зверя. Это меня просто обалденно радует. Да что ты, бляха, на просунуть усы-то сюда и вот так сделать. Ага, все. Все ничтяк. Все ничтяк. Не ругайте. Без всяких я там приспособ. Ничем не пользуюсь, никакими предохранителями. Все так вручную. Ладно, кидаю приманку. Вот они три. Три кунички, добытые сегодня. Вот они три красавицы. Смотрите, ребят, какая ситуация произошла у меня вот здесь. Капкан сработал. И под капканом полно куньих следов. Куница приходила. Каким образом она сработала, капкан, мне непонятно. Приманка вся в ноль, съедена. Куница была здесь. Капкан сработал. Пролов. Пролов в проходном капкане. Как это ей удалось, не могу я определить. Но есть хитрые звери. Мне даже доводилось сталкиваться с куницами. Стоит вот, грубо говоря, ногозахват. Она разбегается по жертву и прыгает прямо на приманку через ногозахват, не вступая в него. Это очень хитрый зверь. И тут как-то она это сама обошла. Обошла меня. Фух. Ладно. У таких умных куниц есть огромный шанс на существование. В моем лице действует естественный отбор. Поэтому ничего там страшного нет. Наоборот даже. Есть такое чувство одураченности. Ну и в то же время приятно, что зверь все-таки умный. Вот так. Не все время мне его ловить. Нужно ему обманывать меня. Даже в проходных капканах. Ладно, заряжаю капкан. Иду дальше. Мужики, четвертая куница за проверку. В капкане вижу ее. Бля, вот это круто. Вот это прет. Бывало, конечно, у меня и по 7 куниц. А вот тут вижу, четвертая висит. Вон тут ёмнички. Вон она красавица. Небольшая кыска. Четвертая. У меня еще остается проверить три капкана. Опять березовский капкан. Опять по месту. Все как надо. Красота. Небольшая кошка. Вторая уже. Наверное, выводок был. В одном месте. Буквально прошел я. Буквально прошел меньше километра, метров 700, наверное. Четвертая котейка, мужики. Крутяк. Опа. На рюкзаке уже даже нет места, куда ее подвесить-то, не знаю. Буду пробовать тоже ее снимать. Все они попали до снегопада. Не побита мышами, не поклевана птицами. Все отлично. А, бляха. Вот теперь и не было, поэтому я очень надеюсь, что зверь не вмерзает в капкан. Серенькая какая. Растулька. Что это у нас получается-то? Ладно. Отчитаюсь в конце охоты, чтобы не сглазить. У нее когти цепкие, прям вообще. Так, не могу раздвинуть пружинку. Сейчас справлюсь.
капкан или нет. Будем надеяться, что разойдется. Так, разошелся капкан, нормально все. Волос на нем не остается. Все прекрасно. Зверь выходит из капкана. Конечно, наверное, все-таки лучше брать с собой на запас капканчики. Но, как говорится, за неимением горничной. Так, плохо выходит. Поза у нее такая не очень хорошая, поэтому плохо. Лапку освобожу. Все, вышло. Куничка вышла. Отлично. Фу! Друзья мои, как это круто! Как это круто! Как это здорово быть охотником! Всем рекомендую оставлять свои теплые диваны и выходить на охоту. Всем рекомендую, без исключения. Добавляем приманки молотами. Четыре куницы, мужики. Кто не верит, вот они, четыре штучки. Сейчас добавляю приманки. Остается у меня проверить три капкана. Потом сделаю небольшой отчет, свое мнение о капканах. И, в общем, смотрите. Прошел 5 километров. По ощущениям, как будто бы двадцатку. В полной боевой выкладке по лесу профигачил. Но без трофеев не остался. Попалось 4 зверя. Две хорошие куницы, здоровые. Две поменьше. Что очень радует. Капканы не проверял давно. Наверное, уже месяц. Тем не менее, звери не подопрели. Погода стояла холодная. Стояли хорошие морозы. Все, наверное, по двадцаточку давило и выше. Поэтому все кунички целые, слава богу. Не поеденные мышами и птицами не поклеваны. Все, в общем, хорошо. Значит, на сегодняшний день, сегодня у нас 9 января, попалось 14 куниц уже на двух путиках. На маленьком путике попалось сколько? 5 куниц, на большом 9. Вот такой результат на сегодняшний день. Завтра уезжаю в Киров, буду обдирать зверьков. Позднее поеду сдавать шкуры. Сделаю обзорчик, как буду сдавать. До Нового года звонил, цена на шкурку была 2000 рублей. Сейчас не знаю, как. Упала, поднялась. Сильно сомневаюсь, что цена на пушнину поднимется. Ну, хотя бы по 2000 это устраивает, в принципе, меня. Фух, устал. Уставший, но довольный, возвращаюсь домой. Дома меня ждет горячая банька. Ну и может быть еще что-то. Всем охотникам, всем подписчикам, друзьям привет огромный, блогерам. Редко получается снимать. Обещаю снимать почаще. С вами был Серега Охотник. Вы были на канале Вятка Хантер. Всем приятных просмотров.